Всем привет! Сегодня будет обзор Сета. Сета, члена клуба коллекционеров Кейс за 2013 год. Есть у меня такой сет. Выпускался он в 2013 году. Интересен он тем, что в нем редкие модификации моделей ножей. Также я расскажу и о типах членства в клубе. Первый нож – это нож регулярного члена клуба. Это тот, кто платит ежегодный взнос в $20. Он может купить нож регулярного члена и спонсировать двух юных членов клуба. Тут это маленький Saddlehorn. Saddlehorn – это ручка у ковбойского седла. Ручка этой модели похожа на нее. Эта модель имеет, как правило, два клинка, но тут всего один, винтажного типа. Длина клинка 70 мм. Длина ножа в сложенном состоянии 87 мм. Овальный шильдик клуба. Надпись на лезвии. Мой членский номер на больстере. Ручка из кости рогатого скота. Этот цвет называется X-Expresso. Модель была разработана мастером Тони Босс. Второй – это нож юного члена клуба. Это лицо, не достигшее 17 лет. Лицо не может самостоятельно оплачивать членство, но может быть спонсировано другим членом клуба. Это модель Arachis – Peanut. Сам нож маленький, в сложенном состоянии 70 мм, клинок 57 мм. Причем, если, как правило, эта модель имеет два клинка, то тут один. На карман я бы точно такой не взял, но для коллекции самое то. Он занимает мало места. И третий. Это модель Чита, то есть гепард. Скоро я сделаю на нее обзор. Это нож для пожизненного члена клуба, того, кто платит единоразово $150. Также пожизненный член клуба может спонсировать трех юных членов клуба и приобрести весь сет. Тут клинок 86 мм, нож в сложенном состоянии 111 мм. Этот нож необычен тем, что у него нет горды, хотя обычно она есть у этой модели. Кстати, эта модель с гордой нравится мне намного больше. В шутку я говорю, что это сет с ножами, в которые чего-то не доложили. Два клинки, а в этот горду. Но, кстати, от этого он не теряет своей ценности. Кстати, мой членский номер начинается с буквы L. Это значит Life Member. Это значит пожизненный член. Все клинки на ножах сделаны из аналога 420-й нержавейки. Приобрел я этот сет вот с таким дисплеем. Его можно вешать и ставить. В общем, вот такой вот сет. Ставьте лайки, если понравилось, комментируйте, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. До новых встреч.